Ученик 10 класса школы номер 17 города Заволжье Никита Тарасов тоже был героем одного из наших сюжетов. И сегодня Никита Тарасов – гость нашей студии «Добрый вечер, Городец». Никита, добрый вечер, здравствуй. Здравствуйте. Ну что, конец первого полугодия. Хвастайся успехами. Как заканчиваешь первое полугодие? Ну, успехом, конечно, не похвастаюсь для себя. Ну, я имею в виду успевающий, по крайней мере. Ну, я успевающий, да. Есть, конечно, некоторые предметы, по которым стоит необходимо еще поработать во втором полугодии, так как по некоторым уходят четверки. Ну, так в основном пятерки. Учусь на отлично. Ну, вот это уж, я уж прям совсем думала, расстроилась, думаю. То есть троек нет? Троек нет. А вообще, с чем планируешь, вот куда поступать потом? Ну, у меня очень серьезный план на будущее. Я хочу поступать в Российскую академию национального хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. В Москве? Нет, этот филиал есть в Нижнем Новгороде. И хочу на направление государственной службы и муниципальное управление. То есть связать с такой с тобой государственной службой? Да. Никит, ну, у тебя, наверное, предпосылки уже для этого есть, потому что я знаю, что ты очень активно занимаешься общественной работой, да? Был председателем председателем районного совета лидеров Союз детских общественных объединений «Солнечный круг». Совершенно верно. Да? А сейчас ты уже председатель областного детского союза лидеров. Областного детского совета. Ну и чем ты там занимаешься? Ну, вместе с моей командой мы реализуем различные проекты, направленные на участие, ну, для всей области, в общем. Mm-hmm. Вот. Создаем разнообразные конкурсы, мероприятия, в которых увлекаем детские общественные объединения и пионеров Нижегородской области. Ну, тебе самому нравится? Ну, конечно. Нравится? Да. А как вы в Нижнем встречаетесь, ездите? Как? У нас заседания очные проходят в Нижнем, но также мы используем заочную форму заседаний. Мы собираемся либо ВКонтакте, либо у нас скайп-конференции проходят. Все, используя современные технологии, используя, да? Да, ну, я знаю, что ты еще стал победителем областного конкурса «Новое поколение 21 века». Что это за конкурс? Этот конкурс для лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений. Об этом конкурсе я узнал, ну, довольно давно, 3 года назад. И у меня появилось желание в нем поучаствовать. И вот 3 года подготовки небольшой. И в 2016 году я вышел на сцену финала этого конкурса и занял там первое место в номинации 14-15 лет. Ух ты! Ты, может быть, я сижу рядом с будущим президентом? Ну, вообще мне все говорят, все пророчат будущее, как Но еще я знаю, что ты номинант президентской премии для поддержки, по поддержке талантливой молодежи, так? Да, эту премию, меня номинировали на эту премию после как раз победы в областном конкурсе «Новое поколение 21 века». Ну и вот, надеюсь, что скоро она придет. То есть это денежное какое-то выражение? Да, это сумма денежная. Сумма. Куда ты ее хочешь потратить? И на что можно потратить? Ну, ее можно потратить на совершенно любые цели. Ну, я хочу для своего качественного обучения в ВУЗе приобрести некоторую там аппаратуру, некоторую технику, некоторые средства для того, чтобы мне было мобильно учиться, так скажем, в ВУЗе. Ну, то есть использовать с пользой, да? Использовать с пользой. Ну, а сейчас я предлагаю немножко прерваться от разговора и посмотреть видеосюжет о проекте, инициатором которого был Никита Тарасов. Почти 2 месяца назад в городе Заволжье стартовал молодежный проект «Краски города». Его инициатор, 10-классник Никита Тарасов, за это время вместе с командой единомышленников разрисовал рисунками в стиле граффити сначала городской теннисный корт, а затем и несколько автобусных остановок. Мне очень нравится вот этот плакат. Или не плакат, а остановку, как они разрисовали. Все получилось очень хорошо. И стало приятнее вот здесь вот бегать, играть. Если проходишь мимо городка, то можно любоваться. И не позориться, когда было, она не разрисована. Почти каждый выходной ребята выходили на улицы, чтобы добавить красок в серое настроение города. Над эскизами рисунков предварительно работала команда дизайнеров. Потом шло обсуждение в социальных сетях. И уже затем к работе приступали художники-граффитисты, за плечами у которых уже весьма большой опыт. Первый баллончик купил в Москве в 11 лет. Ну,
первые были каракули, конечно. Потом начал получаться, стал заниматься. Делал оформление, оформлял метромост. Вот в Заволжье, краски города. Ну, я отношу себя больше к райтерам, наверное. Мне нравится рисовать как можно дольше, как можно качественней. И о нашем проекте уже знают и в городе Нижнем Новгороде, и в Нижегородской области. Ребята приезжают, ребята заинтересованы в этом. На данный момент я веду переговоры с граффитистом, который откликнулся. Он живет в городе Москва. Он хочет приехать к нам сюда и помочь нам разрисовать этот, какой-либо объект. Если говорить о помощи, то в реализации этого проекта приняли участие и неравнодушные предприниматели, которые выделили средства на аэрозольные краски. Так, общими усилиями, любимый город с каждым днем становится ярче. Детям это очень нравится, сразу же обращают внимание. Мне нравится, положительно отношусь. Лучше, наверное, какой-то красивый рисунок, чем обычно забор там зеленый, причем многие люди и на остановку там объявлениями заклеивают, или какие-то там надписи и нецензурные, и всякие разные. Конечно, рисунок лучше. Задумок по проекту у ребят еще много, тем более, что есть и фантазии, и желания, а главное – бесконечное поле для творчества, чтобы жизнь горожан сделать радостнее, а город красивее, добавив в него ярких цветов. Ну вот, Никит, мы посмотрели сюжет. Вообще расскажи, что это за проект и вообще как пришла к тебе эта идея? Кто помогал, кто поддерживал? Ну все. Эта идея пришла год назад, ну и именно этим летом я решил ее воплотить. Вообще реализовать эту идею хотелось, конечно же, непосредственно для города, в первую очередь для своего города. Потом с этой идеей и с этим проектом я хотел выступать уже на всероссийском конкурсе «Лидер 21 века». Это следующая ступень после областного конкурсного поколения 21 века. То есть так как я занял первое место, я теперь представляю Нижегородскую область на всероссийском конкурсе. То есть ты будешь презентовать этот проект? Презентовать, да, совершенно верно, презентовать этот проект. И в апреле... В июне месяце 2016 года мы с командой ребят решили воплотить такую идею. Вместе со своим другом Денисом Бегуновым мы сходили на прием к главе администрации города Заволжья Оксане Николаевне Жестковой и обсудили все вопросы, проблемные моменты, какие вот могут возникнуть. Вот ты скажи, вот эта поддержка администрации очень важна была для вас? Вообще от администрации города Заволжья была оказана огромная поддержка по реализации этого проекта, потому что это и согласование, это и встречи, это и правильные мысли, и правильные советы. В общем, спасибо им большое. Ну, а были какие-то такие моменты, интересные, шутливые? Я вот просто знаю, что начали разрисовывать один магазин. Угу. Ну, конечно, были такие моменты спорные, и реакция общества тоже была неоднозначна. Да? Но стоит все объяснить, потому что такой момент достиг недоговоренности с директором магазина, но вскоре мы эту проблему уладили. И, вы все-таки до конца завершили, разрисовали? До конца завершили, да, разрисовали. То есть мы с ним все вопросы согласовали, поэтому... Я думаю, что там намного лучше стал магазинчик. Это выглядит такой красивой, яркой картинкой. Ну да, мы посмотрели стенку, конечно, перед тем, как покрасить. Она была не в очень таком эстетическом виде. Ну и мы решили все-таки придать более красивый вид. Ну а как ты считаешь, больше получилось или больше не получилось? Ну, я считаю, среднее между больше получилось и больше не получилось. Есть, конечно, такие первые граффити, которые дали нам понять, над чем нужно работать. Потом мы работали над граффити у остановки поликлиника, и реакция общества была довольно положительная. Все нам сказали спасибо большое за такое прекрасное граффити. Ну, а дальше, разрисовывая, мы тоже обнаружили некоторые проблемы. Мы надеемся, что в следующем году мы этот проект нам предложили запустить еще не только в городе Заволжье, но и в городе Городец, и мы эти проблемы устраним. То есть я так поняла, проект будет продолжен? Проект будет продолжен. То есть ты теперь будешь команду собирать и в Городце? Да. То есть уже и используя опыт, который был там, да, использовать его и здесь. Хорошо.
Ну, я хочу пожелать тебе, чтобы обязательно все это сбылось. И у тебя теперь есть возможность, вот глядя в камеру, поздравить своих земляков с Новым годом. И что-то пожелать. Уважаемые грачане и заволжане, я поздравляю вас с наступающим 2017 годом. Желаю в новом году вам счастья, здоровья, удачи, всего самого вам хорошего. Ну, Никита, а мы, в свою очередь, дарим тебе вот такого петушка. Это символ будущего наступающего года. И я очень надеюсь, что он тебе принесет удачу, чтобы все твои мечты обязательно сбылись. Большое спасибо. Годом! Удачи тебе! Вас тоже с Новым годом!